Анатолий Секретов терпеливо ждал решения Зинаиды выйти за него замуж. Преданность и терпение – важное доказательство любви. А по каким признакам еще можно понять, что человек влюблен? Он ведет себя не совсем естественно для него. Он открывает себе что-то новое, он видит мир по-другому. Даже по глазам можно это увидеть. За дамой начал ухаживать, значит, влюбился. Я не знаю, наверное, даже не думает ни о чем. Просто, влюбляется, он думает об этом человеке, кого он любит. Воодушевленный, наверное, идет. Жизнерадостный, улыбается. Не знаю, глаза светятся. Просто счастлив становится. Какие бы признаки ни указывали на любовь, берегите это чувство. Говорят, физиологические изменения, которые сопровождают эмоции и ощущения, проходят спустя 6-7 лет.